Кронштадтцы почтили память героев Отечества. Торжественный траурный митинг прошел у стелы «Город воинской славы». Память павших за отчизну воинов Великой Отечественной войны и современности почтили не только чиновники, но и ветераны и школьники района. В их честь звучали стихотворения. Почетный караул дежурил у стелы в течение всего митинга. По словам присутствующих, эта памятная дата – свидетельство безмерного признания и уважения к свершениям наших соотечественников. Подвиги героев Отечества, совершенные в самые разные периоды истории, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, образец доблести и отваги, мужества и героизма, яркий пример жизненной стойкости для всех будущих поколений. Я пришел почтить память, выступить в поддержку героев. Герои для меня – это те люди, которые пожертвовали собой, чтобы мы жили в мире, в радости. Сегодня остались герои. В мире же много войн, и со Второй мировой ветераны тоже остались. Герои Отечества – это те люди, которые пожертвовали собой, чтобы мы жили сейчас в мире, и все у нас было хорошо. Они же отдали свою жизнь, и я считаю, что мы должны помнить и всегда вспоминать и передавать это своим детям, а чтобы свои дети передавали это своим уже детям. В памятный день кронштадтцы вспомнили не только орденоносных соотечественников, но и всех бойцов, отдавших жизни за родину. Их почтили минутой молчания и возложением к стеле цветов.